Еще 143 ставропольца выписали из-под меднаблюдения. В целом за все время коронавирус победили 10 836 человек. Об этом сообщил Владимир Владимиров. Губернатор рассказал, что работы по оказанию медпомощи заболевшим, профилактике распространения коронавируса продолжается постоянно. Однако есть новые случаи заражения. Диагноз подтвердился у 146 жителей края. Трое пациентов скончались. Владимиров призвал земляков носить маски, соблюдать социальную дистанцию, а при первых симптомах обращаться к врачам. За соблюдением мер эпидбезопасности в крае будут следить строже. Такое решение приняли в правительстве региона на заседании Координационного совета по противодействию коронавирусу. Проверки коснутся общественных мест. Это магазины, рынки, кафе и общественный транспорт. Что касается дней городов и районов, они в этом году пройдут скромнее обычного. Без массовых гуляний и больших выступлений на центральных площадках. Все в минимальнейшем формате. В минимальнейшем формате. И город Ставрополь то же самое. Минимум. И никаких крупных сборищ, никаких концертов, минимум. Или мы с этого никогда не выберемся. У нас еще предстоит сейчас начало ОРВИ. Вопросы взаимодействия органов власти региона и армейских структур обсудили губернатор Владимир Владимиров и главнокомандующий сухопутными войсками Вооруженных сил России генерал армии Олег Солюков. Он прибыл в край с рабочей поездкой. Говорили об участии Ставрополя в проводимых в эти дни стратегических командно-штабных учениях «Кавказ-2020». К слову, край занимает лидирующие позиции среди российских регионов по подготовке молодых людей к военной службе. А также Ставрополье – победитель конкурса на лучшую организацию и проведение призыва на воинскую службу. В Железноводске ремонтируют велокомплекс в парке имени Говорухина. Специалисты уже привели в порядок металлические каркасы и приступили к установке напольного покрытия. Напомним, раллидром в городе-курорте построили в 2018 году в рамках программы «Комфортная городская среда». В Изобильнинском округе завершился ремонт отрезка дороги Новотроицкая передовой. Специалисты привели в порядок 3 километра трассы. На участке уложили 2 слоя нового полотна. Также там укрепили обочины и установили дорожные знаки. Работы прошли в рамках нацпроекта «Безопасные качественные автомобильные дороги».